Выглаженная форма, военная выправка, исключительная дисциплина – вот что отличает ребят ЖАС-Сарбаз от их сверстников. В специализированном классе 80-й школе-лицей обучается 27 мальчиков 11-12 лет. Сегодня они с гордостью демонстрируют отточенный строевой шаг. Аян Молдабек всегда мечтал учиться и одновременно состоять в военно-патриотической организации. Я хотел со мной, на самом деле, пойти. Потом пошел, чтобы попасть туда, надо пройти много тестов небольших. Первое из них – это, конечно, образование. Второе – это, конечно же, физическая подготовка. Когда я вырасту, я хочу попасть в ЖАС-Улан. Тут мне больше всего нравится, что тут нету девочек. В этом спецклассе действительно нет ни одной девочки, хотя в ЖАС-Сарбаз берут и их. С 7 класса девчонки и мальчишки могут готовиться к военной или госслужбе. Кадетский класс открылся в сентябре 2018 года. Сегодня здесь обучается 27 детей. Раньше было больше. Все дети хотят стать военными. Мальчики учатся по школьной программе, делают домашние задания и только потом приходят в наш класс. Кроме основных занятий, мы еще занимаемся хоровым пением и искусством. Ну и, конечно, обучаем патриотизму, обращению с оружием. Также у нас есть спортивная секция. Занятия проходят каждый день. Встретиться с ребятами, поддержать их в учебе, посмотреть на то, чему успели научиться подростки, приехали представители департамента по делам обороны и ветераны вооруженных сил. Нурсултан Абишевич Назарбаев. Как известно из послания президента Нурсултана Назарбаева, были открыты вот такие кадетские классы. В Шымкенте таких школ 10. Сегодня мы в 80-й школе. Наша цель – это дружественная беседа с ребятами, научить их патриотизму, узнать их цели на будущее. В последнее время в Казахстане уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. По всей республике открываются филиалы общественно-детско-юношеского объединения ЖАС-Сарбаз. Военному делу обучается около 200 тысяч казахстанских школьников. Сегодня как никогда важно формирование национального духа и глубокого изучения истории страны. Жания Алимжан, Амантай Уэльбеков, Саид Ахмедов, информационная служба телекомпании ОТРАР.